и поэтому только в грудь вратарю здесь оставалось наносить удар Сальдадо, что и произошло. Ну, а вот так был забит гол. Он получился очень курьезным, потому что после передачи Пабло Пьяти или удара, непонятно, что это было на самом деле, мяч угодил в штангу и очень удачно отскочил к Роберто Сальдадо. Ну, и тот, быстро сориентировавшись, вколотил мяч в ворота с отскоком от перекладины.